взять и пустить по бороде всех пациентов, которые сидят без денег. Тем более у нас на севере. Сами знаете, какие цены. Кто должен кормить наши семьи? Кабинет заместителя главного врача в Норильской поликлинике оккупировали возмущенные и негодующие пациенты. Люди рассказывают, вот уже 2 недели они не могут получить больничные листы. Вместо этого им выдают справки для работодателя. Мол, посмотрите, я не прогуливал работу, а действительно болел. Причем на работе секретарь сказала, что по такой справке оплата производиться не будет. Положенные деньги по такому документу действительно получить невозможно. В итоге северянам по несколько недель приходится сидеть и без зарплаты, и без выплат. А жить, простите, моя семья на что должна? Может быть, вы будете нас кормить? Что у них происходит, они не дают никакой информации. Кто-то говорит, что сбой в системе, кто-то говорит, что у них меняются реквизиты, какое-то слияние, переслияние. В общем, не пойми, что тут происходит. В заполненных коридорах каждый второй с одной и той же проблемой. Несколько недель оформить больничные не могли около 3500 горожан. С 14 числа не могу закрыть больничные, и, соответственно, работодатель тоже не может оплатить мне. Сейчас сижу, чтобы получить справку с печатью больницы, что я действительно болел, чтобы отнести работодателю, ну, чтобы хоть что-то было. Я считаю, что на крайнем севере, чтобы у людей и так больничные оплачиваются, там сократили и зарплаты, и все. Получается, что еще и даже больничные не могут получить просто деньги. То есть выживать на севере очень тяжело. В больнице объясняют, такая ситуация сложилась из-за реорганизации медучреждений. Несколько норильских поликлиник объединяются в одно. На оформление документов понадобилось время. Отсюда и задержки. Процесс реорганизации, пока у нас отсутствовали и пока еще не полный пакет реквизитов получен, не полностью сделаны электронные цифровые подписи руководителей нашего учреждения, замов, заведующих поликлиники, на этот период мы не можем оформлять электронные больничные листы. В краевом Минздраве ситуацию держат на контроле. Запустить систему планировали через неделю, но все удалось урегулировать гораздо раньше. Сейчас ситуация урегулирована, документы получены, все необходимые разрешения получены. Со вчерашнего дня больничные листы межрайонной поликлиникой номер 1 уже оформляются. И сегодня основная масса больничных листов будет оформлена. Ни один гражданин, который ранее был признан нетрудоспособным и вместо больничного листа официально получил справку, не останется без оформления больничного листа. В сжатые сроки придется подготовить больше 3000 больничных. Обращаться куда-то дополнительно жителям не нужно. Листки нетрудоспособности оформят автоматически. И в ближайшее время норильчане получат долгожданные выплаты. Мария Зарукина, Юрий Толстов. Енисей. Новости. Норильск.